Сохранение традиций хорового православного искусства – это одна из целей третьего Всероссийского хорового фестиваля для регинских отделений духовных школ Русской Православной Церкви. 5 дней он длился в Пензе. Его организатором стала Пензенская духовная семинария. В Пензу фестиваль приехал по благословению патриарха Кирилла, приняв эстафету от Екатеринбурга и Саранска. Инициатива поддержана Пензенской епархией и главой митрополии. В третий раз в этом году учебный комитет Русской Православной Церкви проводит всероссийский фестиваль хоровых коллективов всех учебных заведений Русской Православной Церкви, всех семинарий и академий. Вот в этом году выпала честь нам быть местом проведения этого фестиваля. И это не случайно, потому что этот год связан с 100-летним юбилеем, со дня кончины Александра Андреевича Архангельского, известного композитора, церковного уроженца Пензенской области, и вот ни много ни мало регента этого Спасского кафедрального собора. Причем хочу обратить внимание всех, что регентом он стал в довольно-таки юном возрасте. Ему было немного более 17 лет. То есть вот такой был одаренный наш земляк. Этот хоровой фестиваль очень масштабный. Коллективы из 13 регионов представлены. Это в основном, значит, духовные семинарии и две академии – Московская и Санкт-Петербургская. Церковное пение в России всегда являлось самым доступным видом музыкального искусства. Среди духовных композиторов Русской Православной Церкви уроженцу Пензенской губернии Александру Андреевичу Архангельскому принадлежит одно из главных мест. Его даже называли апостолом русской церковной и народной музыки. Это композитор, регент, дирижер. И его произведения, которые он написал для церковного хора, они очень широко исполняемы. Поэтому нет такого храма, нет такого хора церковного, который не исполнял бы произведение Александра Андреевича Архангельского. Поэтому такая масштабная фигура для Русской Православной Церкви, вообще для людей его. Всероссийская известность, и не только всероссийская, и за рубежом он известен, так как он в Праге последние годы провел и там создал уникальный хор за это время. Вот. Но, к сожалению, недолго он там проработал, скончался, и прах его был привезен в Россию, захоронен в некрополе Александра Невской лавры. Номер, пожалуйста. Номер 3. Под числом Святой Троицы предстоит исполнять духовные песнопения на фестивале хоровому коллективу из Калуги. У нас приехал чисто девчачий коллектив, у нас 16 человек. Исполнять мы будем музыку Архангельского Богородицы прилежно, музыку Чайковского «Благословляю вас, леса» и музыку Речкунова «Единородной сыне». Мы очень долго готовились к этому конкурсу, очень упорно. Нас готовили все преподаватели нашего духовного училища. Готовили, провожали нас. Ну, мы очень рады, болеют за нас. В общем, да, спевки проводились регулярно. На службах мы часто исполняем музыку Архангельскую, потому что она более такая певучая, плавная. Мелодичная какая-то. Вот, да, даже вот, допустим, у нас женский состав, и у нас нет такой возможности исполнять Архангельского вот в оригинале, да, как он написан, потому что все его произведения в основном написаны для смешанного хора. У нас есть смешанный хор, и мы исполняем, но вот женским именно ансамблем мы исполняем в основном переложения. Наши педагоги, да, они делают переложения для нашего хора, которые удобно будет, партитур, диапазон удобный будет, да, вот для альтов, для первых сопран, вот. И она все исполняется, и все равно очень звучит красочно, красиво, ну, то есть прям вот храм наполняется такой молитвенной атмосферой, можно сказать. Да. Первые шаги на пути духовного композитора и хорового дирижера Александр Архангельский сделал на Пензенской земле. Он стал регентом кафедрального собора, будучи студентом Пензенской духовной семинарии. Возможно себе это представить? Думаю, очень сложно. Потому что даже регентом в семинарии быть – это довольно-таки ответственно и сложно. А вот в кафедральном соборе управлять совершенно взрослыми людьми – студенту семинария, наверное, было крайне сложно. Но Александр Андреевич с этим блестяще справился. И Пенза всегда была в его сердце, потому что уже будучи
известным человеком. Он приезжал сюда для того, чтобы организовывать, ну вот что-то подобное, что организовываем сейчас мы. Потому что в начале 20 века он приезжал сюда на несколько недель и организовывал народные хоры более 200 человек. Представляете, насколько это действительно было потрясающе. Мы с вами собрались для того, чтобы насладиться собственным творчеством и творчеством наших выдающихся композиторов, в том числе Александра Андреевича Архангельского. С другой стороны, мне хочется, чтобы это соревнование, чтобы этот фестиваль, он действительно оставил в вашем сердце замечательные воспоминания о нашем дивном крае. Первый день работы хорового фестиваля слова напутствия его участникам прозвучали из уст главы Пензенской митрополии и художественного руководителя всероссийского конкурса, родной сестры патриарха Кирилла Елены Гундяевой. Благословение Божие, оно сопутствует этому удивительному действию, этим фестивалям. И это очень важно для всех вас, потому что вы должны почувствовать силу того, что вы делаете. Вы должны почувствовать мощь вот этого церковного пения, и как важно это потом понести людям в храм Божий. Вот ради этого мы и собираемся. Этот конкурс набирает новые силы. Вот с этого замечательной встречи на такой, такой дивной земле Пензе, где столько талантливых людей было рождено, у нас он приобретает очень профессиональный характер. Из ваших, так сказать, уст будет исходить та молитва, которая нужна людям. Потому что руки у регента должны петь, руки у регента должны говорить, и они должны посылать людям вот тот мир, который отображен в песнопениях. Ранним утром второго дня хорового фестиваля его участники встречали главу Пензенской митрополии в Спасском кафедральном соборе Пензы. Не так далеко ушло то время, когда самый центр Спасского кафедрального собора занимали огромные леса. Здесь завершали стройку. И вот сегодня весомую часть храма занимают хоровые станки. 350 человек, всероссийский сводный хор, комфортно разместились на них для того, чтобы сопровождать богослужение. В богослужении православной церкви нет инструментальной музыки, в нем слово господствует над звуком. Литургию служат сразу три архиерея. Такое бывает только по большим праздникам. И впервые место для церковного хора пустует. Огромный сводный хор, сопровождающий богослужение, помещается лишь только рядом с верующими. Мелодичное звучание поднимается под просторные своды первохрама и не спеша оседает в телефонных видеокамерах многочисленных прихожан. Становится понятно, что у православного мира нет границ и национальностей. Отпросили с утра с работы, наш руководитель отпустил, с удовольствием посетили литургию. Очень понравилось, в восторге просто вот от такого количества, хора, такого хора, и посмотрели, что все практически молодые, и душа радуется, что вот в наше время вот так вот все восстанавливается, душа радуется, конечно, мы рады, что попали сюда и услышали вот это все великолепие. Очень хороший хор, лучше, мне кажется, прям голоса страны, самые, прям вот молодые юноши, девушки, прекрасный хор, прекрасная литургия, мне очень понравилось. Пензенская земля связана с многочисленными именами духовных композиторов. За это тоже наш регион называют богохранимым краем. Когда стали заниматься историей хоровой музыки и связанными с этой историей пензенскими,
деятелями, оказалось, что удивительное богатство разных духовных совершенно композиторов разных направлений, которые позволяют себе представить все многообразие, историю развития и этапы развития хоровой духовной музыки. Начиная с того, что с нами связан Бахметьев, Саратовский и Пензенский, это директор капеллы певческой, это цензор всей духовной музыки, представитель, в общем, такой протестного пения, который каждому звуку хотел дать свою окраску и каждому слову. Следующий, да, Потулов, правильно сказать, Николай Михайлович, который, наоборот, больше всего ценил строй, чтобы музыка не отвлекала от слова, и более всего ценил верность древним традициям. Он опять наш, он прям вот коренной наш, Потуловы очень, пензенские наши помещики. Затем, конечно, Архангельские, это вообще Божье чудо, которое просто... Благословил нашу землю, чтобы этот человек был связан с нами и рождением, и воспитанием, и учебой с нашей удивительной пензенской семинарией. Действительно, вклад его необыкновенен, причем не только в духовную музыку, вообще в хоровую музыку. Это человек, который мог так красиво и просто рассказать о чувствах, охватывающих человека во время богослужения, что его любой клиросный вот певчий мог исполнить, и великолепные хоры его тоже исполняли. Мы сегодня свидетели этому. Наконец, Войдинов, очень чуткий и внимательный воспитатель хоровиков. У него отец был диаконом в нашем Троицком женском монастыре. И Войдинов сюда, Василий Петрович, сюда приезжал и занимался с нашим пензенским монастырским хором. То есть люди, которые олицетворяли собою самое лучшее, что было тогда в России, они все оказались больше и не меньше связаны с Пензенским краем. Даже великолепный хормейстер, изумительный хоровой дирижер и регент Николай Михайлович Данилов, он вообще московский, он не наш. И тот приезжал сюда, чтобы послушать хор Корсовского Алексея Васильевича, изумительного нашего хоровика, с всероссийской известностью. И вот так вот, когда мы идем по именам, мы даже можем окончить советским композитором Иваном Платоновичем Пономарьковым, который больше всего известен простым людям, светским, как обработчик народных песен. Но у него есть духовные сочинения. Он тоже начинал как регент, он тоже начинал в церкви. И вот это вот великий вклад духовной музыки, потому что архиерейские хоры – это были первые музыкальные коллективы вообще, когда ничего еще в провинции не было, никаких хор, ни помещичьих, ничего. Были уже архиерейские хоры, и они знакомили и с духовной музыкой, и со светской музыкой. То есть вот все вот эта красота, благообразие, великолепие и глубину изумительного вида искусства музыкального, духовной музыки, пензенская история дает нам возможность почувствовать. Это счастье. На совместную молитву с тремя владыками и под сопровождением большого хора люди собрались из районов Пензенской области. Многие приехали вместе с детьми. Мы приехали специально из города Никольска для того, чтобы вот такое знаменательное событие, которое в нашей Пензенской епархии вообще ни разу не было. И вот для того мы приехали, чтобы послушать. Для нас это очень важно, потому что супруга у меня является регентом хора кафедрального собора в городе Никольске. И вот мы всей семьей специально приехали для того, чтобы послушать замечательные песнопения, которые исполняли воспитанники разных семинарий из всей России. Я, наверное, впервые вижу такой многочисленный хор и слышу тоже. Ну, я под впечатлением, конечно, очень слаженно, очень репертуар богатый, такой, ну, непривычный даже для нас, потому что в сельских храмах такого не услышишь. Церковное пение – это одна из основ православного христианства. И мы собираемся для того, чтобы, с одной стороны, почтить память выдающихся композиторов и выпускников наших духовных школ. Каждый из нас своими талантами стремится к тому, чтобы прославить имя Божие. Не свое имя, а имя Божие. И все, конечно, прежде всего привязано именно к этой идее. Сегодня в нашем соборе уникальное событие. Такой замечательный хор, который так слаженно, замечательно пел божественную литургию. Я уверен, что душа Александра Андреевича Архангельского сегодня ликовала,
потому что для Пензы это действительно великолепное событие. Глава Пензенской митрополии приветствовал художественного руководителя хорового фестиваля Елену Гундяеву. Ее дочь и родная племянница, предстоятеля Русской Православной Церкви, руководила сводным хором во время богослужения. Огромное удовольствие руководить хором студентов со всей матушки России, с горящими сердцами, горящими глазами. Мы же все делаем одно дело. Это, конечно, единение в таком духе под сводами этого прекрасного храма, с такой красивой акустикой. Это было огромное удовольствие и, конечно, милость Божья. Это такой подарок для всех, для нас, что только самые наивысшие эмоции. Когда человек приходит в храм, первое, что он слышит, это слышит пение хора. Он либо останется в этом храме, либо его как бы судьба сложится немножечко по-другому. Поэтому, конечно, ответственность регента колоссальная. В первую очередь он должен думать о том, как донести церковные тексты, церковную музыку, красоту церкви, донести до прихожан, приходящих в храм впервые или нет. Порой ты отдаешь, конечно, всего себя отдаешь, взамен получаешь, наверное, вот это вот прекрасное состояние, когда именно прихожане, когда прихожан с каждым разом, с каждым воскресеньем, с каждой литургией становится все больше и больше. Наверное, ради этого и стоит идти на это непростое мастерство. Нужно иметь упорство, силу и характер. И любовь, большую любовь, потому что без любви это никак не сложится. Божественная литургия, которую отслужили 28 мая в Спасском кафедральном соборе, уже называют уникальной. Она действительно войдет в историю, ведь богослужение впервые сопровождал сводный хор 13 российских регионов. И у каждого своя певческая традиция. Всероссийский проект ежегодного хорового регентского фестиваля стал возможен благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Конкурс проходит при поддержке учебного комитета Русской Православной Церкви. Здесь радость общения. Они видят, что их не так мало, что есть единомышленники, что есть те, кто одушевлены той же идеей поддержания высокого уровня церковного пения и жертвенного служения церкви через церковные пения. Сценической площадкой всех конкурсных дней стал большой зал областной филармонии. Здесь же представили специальный выпуск журнала «Пензенские епархиальные ведомости». Его пятый майский номер посвящен духовным композиторам Пензенской земли. Духовное искусство и, в частности, духовная музыка никогда не должна превращаться в нечто такое прикладное и рутинное. И ребята, которые учатся на регентов, должны не только проходить богослужебную практику, не только понимать особенности исполнения музыки за богослужением, но и должны чувствовать и ощущать, и понимать, как создается духовная музыка как искусство. В этом году мы добавили еще одну категорию, и у нас есть категория хоровая, и есть категория вокально-хоровой ансамбль, поскольку во многих городах, на многих приходах не такие большие хоровые коллективы. Эта категория очень востребована. А музыка, созданная Александром Андреевичем Архангельским, зачастую позволяет исполнять ее небольшим составом исполнителей. С этих слов начинают конкурсную программу почти все хоровые коллективы, участники фестиваля. В первом отборочном туре каждый хоровой коллектив обязательно исполняет три произведения – Александра Архангельского и композиторов его эпохи. Именно Архангельский впервые заменил в хоре детские голоса мальчиков на женские, а мелодика его сочинений так близка русской народной песне.
Ярким моментом фестиваля стал гала-концерт его участников. Он еще не начался, а зрители уже обмениваются впечатлениями. Многие из них побывали как на конкурсных прослушиваниях, так и на литургии в Спасском соборе, где пел сводный хор участников фестиваля. Для слуха, который уже заточен на музыкальное произведение церковного характера, это интересно, потому что это обогащает, это заставляет по-новому переживать то, что уже известно. «Мир жду». От такой музыки. Эмоций здесь ждать не нужно. Удивительная тишина большого зала филармонии, где практически нет свободных мест, настраивала на мир в сердце и душе каждого, кто слушал духовную музыку в исполнении молодежи. Чистое звучание молодых голосов пленяло слушателей. Каждый коллектив подготовил еще и видео-визитку своих альма-матер. Регенское отделение духовных школ России объединила пензенская сцена. А сейчас мы находимся на каком-то таком пике, на уровне фестивальной пасхальной радости. И вот это смотришь, да, смотришь на коллектив, очень многие по репертуару выбрали пасхальную тематику. И, конечно, сам вот, опять-таки повторюсь, вот этот вот дух, он вот в этот раз, третий раз, он, ему мало можно с чем сравнить. Все на подъеме, коллективов стало еще больше, немножечко усложнились правила. Все были этому очень рады, потому что это какое-то добавляет еще какого-то большего внутреннего роста для каждого коллектива. Поэтому мне кажется, вот так и со стороны смотрю на ребят, на девушек. Они все настолько воодушевлены. Я думаю, что дай Бог, чтобы вот эта традиция этих фестивалей, чтобы она углублялась, чтобы она продолжалась и привлекала как можно больше коллективов с нашей замечательной масштабной большой страны православных коллективов. До Пензы хоровые фестивали духовной музыки принимали Екатеринбург и Саранск. Но только в нашем городе, как говорят его организаторы, он вышел на новый уровень. Конкурс очень серьезный, он вошел в новую фазу. Он теперь так, как должно быть, состоит из двух частей. Поэтому этот раз мы могли отобрать действительно уже без всяких каких-либо ошибок, потому как хоры – это сложная очень такая организация музыкальная, и надо все прослушать и все услышать, не только прослушать, но и услышать. И поэтому очень большая работа была, когда мы их подбирали программу. Поскольку это посвящено вашему земляку, особенно было трепетно, и очень большой процент произведений будет именно человеку, которому посвящен этот конкурс. Мы выбрали лучшее, что можно было аккумулировать в этот концерт, так, чтобы было интересно людям и очень церковным, и, так сказать, просто любящих музыку. Финал гала-концерта получился самым ярким. На сцене вновь большой сводный хор участников фестиваля. Гран-при Всероссийского фестиваля удостоен хоровой коллектив из Санкт-Петербурга. Смешанный хор Пензенской духовной семинарии получил диплом лауреата третьей степени. Итоги подвели за круглым столом в Пензенской духовной семинарии, одной из старейших в России. Она и стала организатором Всероссийского конкурса. Четверть века третьего столетия мы будем отмечать уже в следующем году. За это время Пензенская духовная семинария подготовила действительно очень немало талантливых людей –
Среди них много добрых пастырей, которые поименно уже причислены к лику святых. Но есть и те, которые в общем списке. Ну и помимо них, конечно, мы гордимся такими именами, как наш великий композитор Архангельский. Так много молодых голосов, так много искренне, открыто и с такой какой-то простотой, теплотой верующих молодых людей представили свое искусство широкой публике. По сравнению с предыдущими конкурсами, мы все отметили существенный такой заметный рост. Завершился фестиваль внеконкурсной программой. Целый день его участники посвятили поездке по родным местам Архангельского. Родился будущий композитор в семье потомственного священника в селе Старое Тезиково Наровчатского уезда Пензенской губернии. 6 лет начал петь в церковном хоре, в 7 остался без отца. Он погиб, спасая тонущего сельчанина. Юному Саше вместе с малыми братьями пришлось испытать на себе все тяжести безотцовщины. Но мальчик справился. Он поступил в Пензенское духовное училище и стал архиерейским певчим. Пел он и в Покровской церкви Наровчата, где в дни фестиваля отслужили панихиду по своему знаменитому земляку. Я сегодня благодарю всех, кто потрудился и, наверное, кто посетил Пензенскую землю. Благодарю за тот великий труд, который вы совершили. Дай Бог, чтобы, конечно же, посещение Пензенской земли осталось у всех надолго в памяти, чтобы мы с вами молились о поколении раба Божьего Александра, чтобы Господь даровал ему свою великую милость и Царствие Божие, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Храни вас всех, Господь! Христос воскресе! Сейчас в Покровской церкви Наровчата только 3 певчих, но на службах они обязательно исполняют произведения Архангельского. У нас, когда храм открылся в 91 году, здесь у нас образовался хор. Учили прямо вот по одной строчке Архангельского, потому что он все-таки тяжелый, 4-голосие. Вот. Замечательный хор был. И вот сейчас у меня молодой состав, девочки, но мы все равно как бы продолжаем, как вот у нас было в старом хоре, что мы пели. Они как-то вот влились, тоже девчонки мои, молодцы вообще. Вот. И, как сказать, не хватает нам, конечно, музыкальных людей. Не хватает. На селе почему-то, я говорю, вот тяжело очень стало с этим делом. Хочется вот это вот, чтобы было это все, чтобы не забывалось, чтобы вот так вот. Хоровые коллективы порадовали сельчан исполнением на сцене районного дома культуры патриотических и русских народных песен. В людской памяти Александр Андреевич Архангельский остался не только как церковный композитор и хоровой дирижер. Он вел обширную просветительскую, концертную и общественно-музыкальную деятельность. Его более чем полувековое служение стало целой эпохой в развитии хоровой культуры и русской духовной музыки.